Так, 4 сентября 2023 год, МКС. Будьте любезны. Попробую поймать еще, да? Ну, в общем-то, навыки я свои, конечно, порастратил. Ну, либо 125 крат оптического зума выпадает из кадра моментально. 610 километров сейчас до нее. Вот ты моя хорошенькая. Даже что-то получилось, да? Ну, по крайней мере, обрез. То есть это я ее в реальном времени веду, да не довел. Сейчас она уже уходит с зенита. Сейчас я выдержку уменьшаю. 1:200. Нелегкая эта работа. Один из 125 выдержка. Сейчас, ребят, буду делать, что могу. Опять потерял, да? Не хватает. Светочувствительности не хватает. Досадно. Ну, что-то помалось, по-моему. Будем тренироваться. Еще небо сегодня не очень чистое. Это у нас Венера встает. Кстати, давай тогда вот сейчас покажу Венеру. Вот она встает над горизонтом, Венера. Вот это, наверное, резко, да? Уменьшил выдержку 1:100. Да, улетел наш МКС. Но я ее вижу еще. Как раз вот рядом с Венерой она недалеко и пролетает сейчас. Ну, фотоаппарат уже... Ой, а куда же это все ушло? Уже не хватает.
Ладно, давай сейчас наведусь для полной красоты на Луну. Луна сегодня рядом. Юпитер, Амаде, Юпитер. Да что такое, я не понимаю. Вот Юпитер. Вот так их в одном кадре. Даже. Вон, смотри, как Галилеевые спутники хорошо видны при такой. А где ты делся? Что ж ты будешь делать? Посмотри даже на Юпитер. Ну, сейчас штатив в самом высоком положении. Надо было его так поставить, чтобы... Аллилуйя. Три спутника вижу, да? Уменьшаю выдержку. Вон даже. Экваториальные полосы посмотрим. Еще и ветерочек ко всем нашим удовольствиям. Сейчас все-таки опущу я фотоаппарат. Это невозможно, как он трясется. Не получится. Луна в зените. И поэтому мешает мне. Ручка самого штатива. Уже даже как-то устал. Все, ничего не трогало. Пускай пройдет немножко по кадру наша Селена. Ну что, будем тренироваться МКС ловить, конечно, не представляю, как это можно сделать, но методом тыка исключительно. Так. 4 сентября 2023 год, 4:25 утра по Киеву, Запорожская область, возле города Орехов.